Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами я, Глеб, и сегодня мы продолжаем играть Пенумбра Истоки Зла. Так, продолжаем двигаться вперед. Не помню, что тут сейчас будет. Вроде бы сейчас будет какая-то ловушка. Надо сейчас точно вспомнить. Ну-ка. Блин! Ой-о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 й
А что? Какой здоровый червь? Ёлки-палки. Да, вовремя вспомнил. Потому что чувствую еще чуть-чуть и все. Так, как там эту палочку-то вызвать? Я уже забыл. А, вот. Так, прошло сохранение. Так. Видать, оттуда он и вышел. Куда идти? Куда идти? Дверь плотно закрыта и даже без ручки. Как же она открывается? Так, а как она открывается? Может, не знаю, не, камень не берется. А, минуту, кажись, вспомню. Так, куда идти там? Ой, ёлки-палки, тут пауки, ребята. Тут пауки. Ой-о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 й
Уроды! Уроды! Идите-ка отсюда! Стой ты! А, они меня сейчас убьют, походу, прикиньте. А! А как это проходит, я уже забыл. Блин. Ладно, ребят, сейчас загрузка пройдет. Ага, во. Так, сразу бежим. На этот раз включим фонарик, потому что в туннелях лучше фонариком пользоваться. Там и обзор лучше, и все такое. Блин, лучше бы он пробежал. Так бы я быстрее добрался. Вы видели это? Какой умный паук оказался. Так, быстрее! Дергай ручку! А, все, вот теперь можно бежать спокойно. Так, куда бежать? Куда бежать? С какой стороны я подошел? По-моему, с этой. О, нет. О, нет. О, нет. О, нет, пауки. Кыш. Так, быстрее. Во, видите? Так. Фух, ребята, это было слишком тяжело и слишком близко. Хотя не, вру. Дальше будет еще сложнее. Ну ладно. Тем веселее. Веселее, точнее. Новострив, оставшаяся ухо, я расслышал твой вдохновенный бег навстречу судьбе. Она приходит к тем, кто ждет, и гладит или бьет наотмашь. Скоро твое ожидание кончится, да? Кончится. Огромная железная дверь в действительность зовет тебя, манит к себе. Вот и меня что-то тянет вперед, словно жнец, ухвативший колосья. Я скоро встречу тебя, если раньше не попадусь на пути жнеца. Окей, рыжий, договорились. Так, куда идти? Оу, я помню эти шахты. Ой, а где карта? Здесь карта была. Блин, опять не прогрузилось все это дело. Где там собака? По-моему, сейчас она не здесь. Я не знаю, где собака, но ее, знаете, куда подальше. Так, вроде бы мне сюда. Я не помню точно. Сейчас узнаем. Так, закроем на всякий случай. Все. Так. Может, сюда? Так, вновь целый шлюз, а не дверь. Без толку. Так, тут нужен пароль, короче. Короче, нужен пароль. А как его узнать? Так, что у нас тут? Какой-то шкаф. А что в шкафу? Увы, ничего. Так, здесь есть что-нибудь? Здесь вроде бы ничего. Ну-ка, может тут будет что-нибудь? Нет, увы. Я-то думал, тут что-то будет. Здесь ничего. Блин, мышка что-то тупит. Так, похоже сюда. Так. Ага. Так, вроде бы тут нужно какие-то инструменты забрать. Вроде бы типа этих и этих. Так, тут что-нибудь еще есть? Ну-ка, например, здесь. Ничего. Пусто. Здесь. Могли бы что-то... Кстати, че я просто так батарейку трачу? Так, может наверху что-нибудь? Ну-ка, не, ничего.
Блин, я не хочу к собачкам возвращаться. Блин. Я не хочу к собакам. Ну да ладно. Другого выхода нету. Так, куда мне идти? Куда мне идти? Спросите вы. Да и спросить мне тоже бы хотелось кое-кого. А кого именно, так это разработчиков. Потому что... Вот, вот, серьезно. Я не знаю, куда идти. Ой-ой. Где там песик? Тихо. Тихо, 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 тихо. Ай, ладно, хрен с ним, бежим. Just run, just run. Блин, похоже, не сюда побежал. Так, 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 так. Скажи сюда. Слушайте, как-то с собакой даже не весело получилось. Что-то я быстро как-то от нее утек. Но я, наверное, пути. Это радует. Так, что у нас здесь? Так. Из-за какого-то дурацкого камня мы не можем пройти вперед. Так куда мне спрашивается... А, господи. Так, ну верный признак того, что там пауки. Поэтому снова включаем фонарик. Ух, ё. И идем вперед. Знаете, мне эти пауки уже просто достали. Ой-ой-ой. Стараемся сейчас идти максимум осторожно. Потому что здесь легко заблудиться. Если забудемся, и нас догонят пауки. И похоже, это случилось. Черт, не сюда. О-оу. 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 Не дай бог тупик. Не дай бог тупик. Так, это не тупик. Быстро. Я помню, что тут делать. А! Нет, не успел. Да иди ты. Слушай, ты паук, иди-ка ты. Вот так тебе. Почему я не могу передвигать этот камень? А, это же тот камень, который, кстати, проход заблокировал. Давай, давай, давай. Филипп, Филипп, Филипп. О. Фух. Знаете, эти пауки, конечно, как-то немножко пострашнее собак уже будут. По крайней мере, страшные они тем, что, как бы это сказать, ну, от них удрать не так-то легко. К тому же, ударить их намного тяжелее. Так, ну ладно. Заберем все, что тут есть. Так. А тут вроде бы ничего нету. Ботинки. Ну, какой размер-то? Не знаю, может подойдет. Сейчас надо примерить. Так, не знаю, правильно или неправильно. Ну-ка, Филипп, вставай. Оп. Блин. Черт, дурацкая дверь. Ай, ладно. Забудем про это. Так, каска. Опа. Что это? Чистый лист. А, да, все, вспомнил. Именно что? А ладно. Это я вам не скажу. Вы позже это узнаете. Что не так с этим листом? Так, 24 февраля 1972 год. Я записываю эти слова, ведь понимаю, что они станут моим завещанием. Последней волей. Так, ну вы если хотите дальше там запаузить и зачитать, просто немножко тут музыка напрягает, и я не могу толком зачитать. Увы, мои прежние друзья лежат там, где-то возле тебя. Друг познается в беде, но из этой беды им уже не выбраться. Пусть упокоятся с миром. Их разрозненные гниющие кусочки. Оу. Так, стоп, что это? Динамит? Ух ты. Динамит, это неплохо. Что такое? Так, что у нас здесь? Книга. Смотришь книгу, видишь фигу. Что у нас здесь? Здесь вроде пусто. Так, это мы обыскивали. Так, нет, не обыскивали. Это. Ого. Вот этот склад, ребята, тут батарейки. Почти мог бы даже заполнить их, но блин. Так, факела, ёлки-палки. Чего тут только нету, ребята, ну, слушайте, прям золотая жила. Ну ладно, все, надо сваливать отсюда, или нет? Минуту. А может тут еще другой путь есть? Я не хочу опять к собакам. Потому что я от этих еле убежал.
Куда идти-то? Ладно, думаю, разберусь. Вот карта бы мне действительно пригодилась сейчас. Но, увы, карта там... как бы это сказать-то? Карта почему-то не прорисовывается у меня. Возможно, из-за того, что я разрешение поставил там не родное, а там 1280 на 720. Но это специально сделано для записи, чтобы, возможно, было нормально обрабатывать. Вот. И поэтому таким, в таком разрешении записываю. Так, тупик. Тупик. Ну-ка, собака еще где-то рядом. А куда? Ай, ты иди ты! Ай, иди ты, иди ты! Иди ты, иди ты, иди ты! Куда мне идти? Стоп, а куда мне идти? Ой-ой-ой, она за мной идет. Ой, 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 ой. А я правильно иду вообще? Так, вроде бы правильно иду. Ну, дай бог. А-а-а! Закрыто с другой стороны. А куда идти мне? Так, в общем, я немножко погуглил. Сейчас попробуем пойти по рисунку, который я перечертил. Перечертил. Вот. На всякий случай, вдруг собака сейчас подойдет сюда. Как это было несколько раз до этого. Блин. Надо спрятаться. Ой, не так. Ой-ой. Ой-ой. Тихо. Где собака? Ждем. Вдруг она сейчас сюда зайдет. Где она? Слушайте, ну так... Это не дело. Я не знаю, где она. Ой-ой. Слушайте, а где-то рядом? А, ладно. Знаете, была не была. Была не была. Поворачиваем сюда. Ой-ой. 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 Так, вроде бы сюда. Да. Наконец-то я угадал. Уже с какой попытки. Ой, наверное, со второй где-то. Во! Отлично, я на месте. А теперь что, что делать тут, надо вспомнить. Блин, а вспомнить будет не так-то просто. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. А, все, вспомнил. Только тут надо еще с этой фигней помаяться, но я думаю, разберемся. Так, нет, 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 не то. Не то. Нет, не то. О, что, все поднял? О, сразу получилось неплохо. Что-то мне кажется, что она сейчас на меня грохнется, хотя... Хотя не знаю. Так, инструкция эксплуатации. Но они засунули ее, конечно, только глубоко. Только знания, высеченные в глубинах моего черепа, могут сравниться с тем, что ты видел. Та сила, она вернулась. Мне бы хотелось побыть с тобой, правда, хотелось, но обстоятельства, мой друг, не располагают подобным проявлением чувств. Может, скоро ты сможешь что-то изменить? Но скажи мне, те резиновые ремешки все бегают в каменном зале по кругу? Кажется, я знаю, куда они бегут. Это должно быть рай или утопия. Я не знаю, куда они бегут. Сейчас главное собрать весь лут. И не знаю. Надо вспомнить, что с этой штуковиной делать. По-моему, она здесь нужна. Так, куда ее деть? Во-первых, куда мне идти? Сюда, что ли? Нет, проход закрыт. Лестница. Как ее достать? Может, камушек нужен? Ну же, что тут делать? Нет. Это не то. Камушки это не то. Может, тут надо бочки подложить и как-то лестницу подобрать? Я не помню уже, честно. Проходил давно. Хотя как давно? Год назад последний раз играл. Поэтому я уже не помню. Может, этот бросить? Хотя... Он тяжелый. Не. Минуту, минуту, что-то вспоминаю. Ну-ка. Ну,
Ну-ка. А, точно, во, похоже, это вот туда ведет. Сейчас вот поднесет туда и сбросит. Вот. Сейчас посмотрим. Надеюсь, повезет. Надеюсь, память у меня еще хорошая. Ну-ка. Так, лучше отойти на всякий случай. Так, а где эта штука? О, она прибыла все-таки. Вот она. Так, эх ты, пошли со мной. Так, что это? О, открыт проход. Но у меня есть идея получше. Отдай. Так, спасибо, что уступили дорогу. Опять шахты эти вентиляционные, опять замкнутое пространство. Куда же без них? А вдруг сейчас, кстати, какой-нибудь скример вылезет? Я же не помню уже, что тут да как. Так. Фух, ну хоть здесь без собачек. Мы ведь теперь такие верные товарищи до гроба. Я одарил тебя любовью. Ты тоже, наверное, подаришь мне что-нибудь приятное. Ведь ты нарушишь все правила вежливости, если явишься на вечеринку без подарка. Бедный рыжий, да голоден. Он мог бы съесть лошадь и даже седока. Но отыскать лошадок здесь нельзя. А мясо человечка плохая диета. Вот если бы ты заметил проворного грызуна, ты бы ведь мог принести его на последнюю трапезу. Рыжий что-то совсем уже обезумел. Хотя это неудивительно, столько времени пробыть тут. Так. Ну, сейчас просто, наверное, сюда... А не... Блин! Это же самый адовый момент из всех, которые я помню. Хотя тут почти все моменты адовые. Но этот самый адовый. Чисто надо запоминать, куда идти. Ну-ка. Блин, сейчас надо сделать снова. Так, сначала надо пойти сюда. Затем сюда. Затем сюда. А затем сюда, что ли? Блин. Ладно. Симпровизируем. Давай, импровизация. Так. Ой-ой-ой-ой. Я случайно задел границу этого. Этого дела, блин. Ладно, сейчас все будет. Отходим. Ждем. Так, вроде бы туда идет. Блин, тут плохо видно. Вот сюда бы бочку притаранить было неплохо, чтобы забраться по ней. Так. Ой! Я не успел соскочить. Да что ж такое? Слушайте, сколько фейлов тут будет сейчас? Я даже не могу вспомнить. Ой, представить точнее. Так. Ай-яй-яй-яй. Эх. Так, снова попробуем сейчас. Все должно получиться. Сначала вроде бы туда, потом туда. Потом где-то там или там не идет пар. Блин. Зачем так усложнять задачу? Я, конечно, понимаю, чтобы чисто весело было все такое, да. О! Так, быстро! О, отлично, все получилось. Фух, слава богу. Так, выход вот он. А, блин, ну как всегда, заклинило все. Понимаю. Да. А куда? А, через вентиляцию. Все. Нет вопросов. Так. Все. Так, вопрос, куда теперь? Налево, направо? Попробуем направо пойти. Так. Идем наверх. Надеюсь, пауки здесь не водятся. Да не, вроде бы. Так, куда мне? Сюда, что ли? Да, скорее всего. Теперь мне вроде бы нужно двигаться... Куда? Куда мне нужно двигаться? Ну-ка. Не пройти. А, минуту, кажись, вспомнил, куда мне идти. Я уж было думал, что я опять не туда что-то пошел, и сейчас опять к собакам вернусь. Да не, это совсем другое место.
Так, только надо вспомнить, что точно от меня сейчас требуется, потому что могу сейчас опять впереди паровоза побежать и все. И этот паровоз меня раздавит, поэтому надо думать. Но вроде бы, насколько я помню, здесь нужно спустить эту тележку туда и все. Я смогу пройти дальше. А, ну тут только цепь мешает. Хотя да, глупая затея. Цепь при помощи кирки, значит, тут надо что-то другое. Кусачки, во. Они могут подойти. Так, ну, теперь ее спускаем. Давай, быстрее. Давай. Посмотрим, как она спускается. Да, конечно, такая маленькая тележка столько шума наделала. Это, конечно, прикольно. Оу. Мне послышалось или я где-то собаку услышал? Блин, знаете, уже с этими собаками какая-то фобия образовалась. Так. Что это? Так, что там он говорит? Ужасно темный снимок, но выглядит как крупный план кольчатого червя. Больше разглядеть не выходит. Хорошо, сохранимся. Рабочий, какой-то безымянный человек. Это он открыл эти адовые врата. На его лице страшная ухмылка. Он смотрит на мучения людей, потом отворачивается. Но отец все смотрит на него, и в его руке зажато что-то важное. Ну, может, убить хочет. Все они, это я. Я внутри этого цилиндра, и снаружи тоже. Я не понимаю, в голове не укладывается. Так, может, тут что-то в микроскопе? Нет, просто он говорит, что это старый микроскоп. От этого толку нету. Так, что это? Газета. Давайте-ка почитаем. Так, понятно, зачитано до дыр. Ну, значит, тогда не удастся почитать. Что это? Червячок? Ну, я не мог не сделать этого. Давай. Интересно, рыжий такой съест? О, кстати. Да, ёлки-палки. Эх, вот за что не люблю выходные? Потому что все начинают названивать. Ладно. Оставим свои проблемы позади. Так, здесь что-нибудь... Нету. Заперто на замок. Но хорошая новость, ключ есть. Плохая, он в двери. Так, надо как-то достать ключ. Как достать? А я помню, как достать. Делаем так, теперь. Достаем отвертку. И тянем ключ. Все. Да. И теперь этот ключ нам нужен. Все. Заходим. Так, здесь явно побывал червь. Туда я не пойду. Что у нас здесь? Здесь, увы, у нас пусто. Может, здесь в этих шкафчиках что-нибудь завалилось, там, я не знаю. Ой, не, какая тут трутница. Это же не амнезия. Просто до этого я еще в амнезию немного поиграл. Там, конечно, жесть действительно так. Что это у нас такое? Это я не знаю, что у нас такое. Это у нас черви какие-то. Да. Ничего нету. А нет, стоп, есть. Так, профессор. Окей. Так, что тут надо сделать? Какие уродливые создания. Оу. Так. Дай. Вот так. Дай. Вот так вот. Эти каракули здесь повсюду, а свет, ультрафиолетовые чернила... Такое мог написать и придумать лишь безумец. Но кем он был? Ну, это мог быть рыжий, там, не знаю, еще кто-нибудь. В принципе, безумцев полно. Ну да ладно. Так, теперь берем наш чистый лист. И что мы видим? И мы видим с вами пароль 1371. Так, на всякий случай запишу. 1371. Все. Если что, теперь помню. Так, вопрос, куда дальше идти? Пока ты охотишься на эти лакомые кусочки, по которым слюнки текут, я тебе кое-что скажу. Есть места, куда ходить нельзя. Нельзя под страхом смерти, понимаешь? Там живет жнец, такой же, как ты и я. И так же, как мы, он должен вкушать плоть менее везучих тварей.
Поэтому я прошу тебя не ходить в это местечко, даже по праздникам. Я бывал там, когда тьма гасила мой бедный и раскисший ум. Темное это место, темное и злое. Там из моего разума выплывали плохие вещи, текли по нервам, чернилами, по стержню. Синие чернила обращаются в кровь, да, кровь, еда. Если проголодаешься, имей в виду, крыс лучше всего готовить с капелькой машинного масла. Я думаю, это вкусно. Хотя, не, знаете, пробовать даже не буду. Вопрос, как мне выйти? И куда? Куда мне идти? Ладно, сейчас разберемся. Возможно, назад надо идти. Так. Нет, не сюда. Здесь мешает нам тележка. Так, ребята, я все вспомнил. Просто нужно было эту тележку толкнуть. Вот, теперь все, порядок. Можно уходить. Ну, тут можно, думаю, пробежаться будет. Не обязательно сейчас тут от собак прятаться, потому что от собак, ну, какое единственное средство? Либо сбежать, либо прятаться. Вот если сложно поставить, то да. Там будет действительно сложноватенько против собачек-то бегать. Кстати, вроде бы это тот ход, на который я случайно когда-то напоролся. Ну и он был закрытый. Слушайте, кто это там бесуется так? Так, идем. Нет, нам не сюда. Блин, я попал в западню. Привет! Так, куда идти, куда идти? Зачем убегать, если можно просто взять и убежать? Слушайте, а где собака? А? Оу, собака даже за мной не идет. Вот ты чудненько. Так, а вот и эта дверь. Ой, и эта дверь. Так, какой там... нет. Стоп. Какой там был пароль? Где я записал? А, вот. 1, 3, 7, 1. Все, заходим. Все, надеюсь, теперь будет немножко лучше с этим всем делом. Так, куда что идти? Здесь тоже карта должна была быть. На этот раз я ее не вижу, а там собака. Да спрячь ты. Вот она, вот она. Тихо. Вот сейчас реально опасно. Так, что-то ее... Честно говоря, голод все сильнее действует мне на нервы. Ты еще далеко? Нет, ты должен быть близко, правда? Я сижу за стеной из Тверди гор на северо-востоке шахты. Голод. Какая драма. Драма задействует много ролей. Побудь ученым, знатоком химии, а потом станет ступником в разрушительном действии. Когда будешь искать инструменты, дабы высечь мое спасение из камня, можешь наткнуться на место моей последней трапезы. Осторожней, осторожней. Гладкий, сияющий полог воды не столь крепок, как кажется. Бедного рыжего чуть не утянуло на дно. Тогда в мои земли вошли двое глупых людишек. Они долго пытались выбраться, хотя попали совсем не туда, куда стремились. Я тогда вдоволь наелся мяса. Но знай, настоящая еда, она должна полежать. Вонь жизни отвратительна, она должна выветриться. Тогда остается только сладкий запах тлена. Так, ну давайте-ка на этом завершим часть. Что ж, с вами был я, Глеб. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.